Саша, проигрываем сегодня 0-3 июня. Расскажи, что сегодня случилось, почему произошло это досадное поражение? Ну, что произошло? Соперник, как говорится, за первое место такие игры не играются, как мы вышли играть. Соперник больше хотел. Вот, соответственно, за счет желания, за счет мастерства какого-то, потому что поле было быстрое, надо было быстрее думать, избавляться от мяча, так как у нас это не получалось, соперник быстро накрывал, ну, соответственно, наказывал нас за наши детские ошибки. Вот. Ну, так нельзя играть, как мы играли. Первый тайм, ну, реально стыдно, и настроение, конечно, не знаю. Подосрали не только себе, но и болельщикам, конечно, обидно, ну, что делаешь. Подметил по первому тайму, что команда очень мало шла в прессинг, в целом больше мы оборонялись. Это план на игру был или настолько игра не шла, что вот играли, грубо говоря, непривычно для себя? Может, уже привыкли, как бы у нас молодежь такая. Думает, может, здесь все такие команды, как Серебрянка, не в обиду, конечно, Серебрянки, вот, и соперник сам будет мяч отдавать. Вот. Ну, как видим, есть к чему расти, есть над чем работать, и, ну, молодежи надо делать вывод, вот, для чего они здесь и вообще, что они хотят от футбола. Можно ли связать вот эмоциональный настрой, если сравнить опять-таки первый и второй круг, с тем, что у нас тогда был кубок, и команда очень хотела в нем, как говорил Владимирович, пошуметь? И появится ли это у нас все-таки, когда начнется плей-офф, и будут такие же по типу матчи кубковые? Ну, что тут сказать, время покажет, я не знаю. Будем готовиться, надеюсь, сделаем какие-то выводы с этого поражения. Вот. Ну, хотелось бы соперника поздравить, молодцы, как бы показали, как надо действительно настраиваться и вести борьбу за первое место. Януш, сегодня проиграли 0-3, расскажи, почему, что случилось? Ну, тренерскую установку не выполнили, полностью провалили матч, ничего не получалось, да, то есть установка была тренера, абсолютно не придерживались, то есть играли от себя футбол, следствие 3-0 поражения, то есть, ну, это полностью наша вина, то есть не выполнили тренерскую установку. Сегодня команда, особенно по первому тайму, меньше играла в прессинге, мы как-то больше оборонялись, больше на своей половине поля. Это тоже не выполнение тренерской установки или, наоборот, задумка на игру такая была? Ну, я, конечно, не могу точно сказать, но, может, не пошла игра, то есть установка была другая, переводить быстро на другой фланг и проводить атаки, да, то есть мы упирались в один фланг, пытались там что-то навязать, нас накрывали и проводили они свою контратаку, то есть убегали к нам в нападение, то есть и забили 3 гола, вследствие прессинга не забили эти голы. В трех матчах с командами из топ-4, это «Трактор», «Юни» и «Торпедо», 0 побед во втором круге. Что с настроем у команды на такие принципиальные матчи за лидерство? Я думаю, с настроем все отлично, просто вопрос после первого круга, наверное, почувствовали себя как-то уверенно в этом плане, где-то и начали уже как-то эрастатично подходить к моментам и вообще не, ну, сами по себе стали действовать, то есть так как-то так.